Все, Леха, отстань!
Сейчас что вы делаете, а? Кого вы держите?
Одного игрока меньше, блядь, хуйню играть. Какой нахуй так играть? Не хуйню. Олег, блядь, почему он один? Крапов, разберите! Бля, бабу! Да ну нас нафиг! Давайте просыпайтесь! Дай сбивать!
Него, откройтесь, Лёх, ну сюда откройся. Вот сюда, подойди, Лёх, нахуй бегай. Откройтесь, блядь, под него, хули стоите, блядь. Thank you.
Yeah!
Что вы там стоите?
Ну, блядь, накройте его, блядь! Ну, хули не держать, ё! Блядь, эти стоят, будет плохо! Сын, открой! О! Дай сюда! Выше, иди, ну, подай! Команда «Эртелеком» и команда «АйБиЭс». Вместо четвертого поля вы сыграете на первом поле. Thank you.
Сели! Сели! Закончился матч на второй площадке между командами МКС и командой Ростелеком. Счет матча 0-4. Команда МКС спускается с серебряным кубком номер 5, ну а команда Ростелеком продолжает в золотом кубке номер 5. Закончился матч на первой площадке между командами «Алмаз Холдинг» и командой «Абсолют Строй Комплект». Счет матча 3-5. «Алмаз Холдинг» спускается в серебряный кубок номер 5, ну а команда «Абсолют Строй Комплект». Счет матча 3-5. «Алмаз Холдинг» спускается в серебряный кубок.
Ваня в большинстве играет. Как можно случайно получить? Это тут минут, давай говорим. Партнерит два удара на серебанке.
Давай!